Цыпленок, вон какой у нас, да, маленький цыпочка. Мы только на картинках видели таких цыплят. Настоящих цыплят, кроликов и поросят годовалая Маша видит впервые. С окружающим миром девочка не привыкла знакомиться вот так, глаза в глаза. Не только экзотических, но и домашних животных до этого дня Маша видела лишь на картинках в книжках. Ответ на вопрос «почему?» можно найти, если внимательно посмотреть на малышку. По зоопарку годовалую Машу на руках носит мама. Она же придерживает голову девочки и помогает сделать пока единственное доступное дочке движение – протянуть руку. Из-за редкого генетического заболевания – спинальной мышечной атрофии – ребенок с первых лет жизни оказывается практически парализован и прикован к кровати. Из-за того, что есть дефект в генах, нарушается синтез белка определенного СМН, и функция нарушается, и нарастают эти проявления. Родившийся ребенок часто бывает с мышечной слабостью, которая прогрессирует. К этому присоединяются из-за обездвиженности всех мышц, присоединяются легочные всякие, легочно-сердечные заболевания. У Маши очень слабые мышцы. Для этого нам надо каждый день делать гимнастику, разминать ручки, ножки. Для того, чтобы поддерживать нормальную работу всех внутренних органов и мышц тела, Маша отправляется на массаж и тренировки каждые 5 часов. Сейчас самостоятельно девочка может лишь едва поднимать ручки. Остальные движения за малышку делает мама. К такому ритму жизни Маша уже привыкла. Как настоящий спортсмен, ежедневно сначала отправляется на разминку. Вот как мы прыгаем с Машей. А после и на домашнюю арену играть мяч. Вот как наша мячик катает. Вот молодец какая. И это только начало большой программы домашней реабилитации, которую сейчас осваивают родители Маши. О заболевании дочери Матвеева узнали всего пару месяцев назад. Признаются, до конца еще не осознали, что такое воспитывать особенного ребенка. Физическая слабость у детей с диагнозом СМА компенсируется высоким интеллектуальным развитием. А значит, надо не отказываться, а менять мечты о будущем. Маша говорит, болтает, песенки поет. Даже хоть и не сидит и не ходит, но пытается танцевать. Будем учиться рисовать, будем петь. Раз уж у нас не получится танцевать, то мы будем петь. Для того, чтобы Маша имела возможность заниматься сидя, ей сейчас необходим поддерживающий корсет. Также девочка нуждается в туторах – специализированном оборудовании, которое поможет избежать искривления ног. Стоимость комплекта – 51 тысяча рублей. Собрать всю сумму в одиночку родственники Маши не в силах. Помочь девочке можем мы вместе. Для этого необходимо отправить смс-сообщение с суммой пожертвования и словом «чудо» на номер 7878. Поддержать героев проекта «Ты ему нужен» можно также через интернет-сайт www.helpdefisichildren.net. Сегодня именно ты нужен Маше Матвеевой.